Здравствуйте, в эфире проект «Смотри, Хабаровск», в студии Олеся Куприна, и вот что наша команда подготовила для вас к этому часу. Закладываем основы и условия для надежного экономического роста на десятилетия вперед. Дни Хабаровского края проходят в Совете Федерации. По итогам заседаний Сенат примет постановление о помощи в развитии региона. Самый последний момент хотели отменить чемпионат страны, и Хабаровск вызвался провести. Чемпионат России по самбо среди слепых и слабовидящих впервые принял Хабаровск. Среди спортсменов – чемпионы страны и мира. Они бы, собирали их еще лет 15, наверное, как минимум, а то и 30, чтобы просто отремонтировать кровлю. 8 миллионов рублей не хватало жильцам многоэтажки в поселке Горького на ремонт крыши. Копить десятки лет с миру по нитке им не пришлось. Заняли у краевого фонда капремонта. Летальность от хирургической патологии сосудистой после старта нацпроекта упала в два раза. Модернизация оборудования и программа искусственного интеллекта помогает врачам краевой больницы имени Владимирцева быстрее обнаружить область поражения мозга и принять решение о лечении пациента. Дни Хабаровского края проходят в Совете Федерации. Представители региона во главе с губернатором рассказывают сенаторам о достижениях Хабаровского края и его вкладе в жизнь страны. По результатам встреч с краевыми властями Совет Федерации примет постановление о помощи в развитии региона. Накануне Михаил Дегтярев и делегация края приняли участие в расширенном заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике. Подробности далее. Хабаровский край – опорный субъект Дальнего Востока. Здесь производится почти весь объем нефтепродуктов, стали и стальных изделий в ДФО, а также основная доля продукции машиностроения. Хабаровский край входит в пятерку регионов России по добыче драгоценных металлов и является лидером Востока по производству лесоматериалов. Основное преимущество – это диверсифицированная экономика региона. Мы не завязаны только на сырьевые отрасли, опираемся и на развитую промышленность, и на транспортно-логистический комплекс. И в этом отношении занимаем ключевую роль во всем округе на Востоке. Хабаровский край – крупнейший транспортно-логистический центр Востока. И учитывая переориентацию товарных потоков и инвестиций на Восток, мы активно используем открывающиеся возможности. Экономика Хабаровского края успешно пережила ковид, и теперь в период санкций бизнес работает уверенно. Валовый региональный продукт уже достиг триллиона. Ожидается, что показатели этого года будут на 9 миллиардов больше итогов 2022. В полтора раза выросла и сумма инвестиций, но региону все равно нужна поддержка Комитета Совета Федерации по экономической политике. Мы вместе, и благодаря в том числе вашей поддержке, закладываем основы и условия для надежного экономического роста на десятилетия вперед. Просили бы сегодня нас поддержать в вопросах транспортной инфраструктуры и ее строительства, регулирования тарифов на электроэнергию, декапитализацию судостроительных предприятий, у нас их два. Также опыт Хабаровского края стал примером сбалансированного финансового плана. Экономическое достижение обсудили на заседании Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. В 2023-м бюджет Хабаровского края уже вырос на 13% в сравнении с предыдущим годом. Первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Мария Авилова отметила, что приоритетные направления в бюджете – это выполнение соцобязательств перед жителями региона и обеспечение комфортных условий для ведения бизнеса. Первое, что нужно, Юлия Васильевна и Сергей Николаевич, в констатации все-таки сказать справедливые слова в адрес Хабаровского края о том, что они хорошо работают. Все направления развития Хабаровского края, в которых нужна помощь Сената, Михаил Дегтярев обозначит в своем выступлении в Совете Федерации во время часа субъекта. По итогам сенаторы примут постановление, по которому Сенат будет содействовать в развитии региона. Александра Пискун, «Смотри, Хабаровск».
В дни Хабаровского края у сенаторов была возможность вкусить дары, доставленные в Москву из нашего региона. На дегустации в Совете Федерации представлены речная рыба и рыба с Охотского моря, лечебно-столовая минеральная вода, варенье, джемы, мед, кофе с лимонником и другими ферментированными таежными ягодами, хлебцы с морской капустой, колбасные изделия. А также натуральный шоколад, для производства которого зерна какао более 20 часов мололи и перемешивали хабаровские шоколатье. И, конечно же, королева дальневосточного стола – красная икра. Весь товар промаркирован логотипом «Сделано в Хабаровском крае». Все эти продукты были представлены и в дни Хабаровского края на международной выставке «Россия в Москве». Второй этап дегустации хабаровской продукции на ВДНХ пройдет в середине января. Крыши 46 многоэтажек Хабаровска больше не протекают и не портят имущество и психику жильцов. Прохудившуюся кровлю в этом году заменили благодаря краевому фонду капремонта. Конечно, таких проблемных домов по городу больше. Отремонтировать крышу собственники могут по желанию за их же взносы на капремонт. Но чтобы не ждать десятилетиями, пока нужная сумма накопится, хабаровчане вправе занять недостающие деньги у краевого фонда капремонта. Как сделали, например, жители поселка Горького. Посмотреть на новую крышу хрущевки по улице Покуса отправилась моя коллега Мария Шулешко. Жители 30-го дома на улице Покуса наверняка знают номер своей управляющей компании наизусть. Звонить туда приходилось часто и практически всегда по одному поводу. Собственники требовали отремонтировать крышу. Их часто заливало, на стенах образовывалась плесень, но ситуация не решалась несколько лет. Потому что просто направлять жалобы недостаточно. Чтобы крышу многоэтажки отремонтировали, собственники должны договориться между собой и направить свои взносы на капремонт конкретной цели. Так и поступили жители Горького. На счету 30-го дома по улице Покуса накопилось чуть больше миллиона рублей. Не хватало еще 8. Их владельцы квартир заняли у краевого фонда капремонта. Они бы собирали их еще лет 15, наверное. Как минимум, а то и 30, чтобы просто отремонтировать кровлю. Благодаря тому, что дом находится на счете рекоператора в общем котле, собственники помещений смогли реализовать эти работы, грубо говоря, заняв деньги у фонда капитального ремонта. Это хрущевка 1980 года постройки. Крышу здесь капитально никогда не ремонтировали. Теперь пятиэтажка под защитой от осадков. Причем заменили кровлю, ограждения и ливневки довольно быстро. Меньше, чем за 5 месяцев. Объект сдали практически на полгода раньше намеченного срока. Как это удалось? Да, мы, в принципе, стараемся не тянуть, потому что понимаем, что люди тут плакали не один год с этими дырявыми крышами. И управляющая компания тоже, мы работали на соседнем доме. Они просили, ребята, говорят, очень проблемный дом, люди страдают. И попросили пораньше, то есть мы постарались. Снег уже прочно покрыл краевой центр, включая крыши многоэтажек. Поэтому сезон их ремонта в этом году завершен. За 23-й краевой фонд капремонта успел привести в порядок 46 хабаровских кровель. Многие работы выполнены именно благодаря займам, которые взяли собственники. Люди заимствуют очень часто. Есть дома, конечно, без заимствования, но это очень редко. Поэтому в основном идут займы на крыши, занимают у фонда, а потом возвращают. Крыша – это на сегодня, наверное, самый актуальный ремонт. С крыши начинается все. А всего в этом году в Хабаровском крае за счет регионального фонда капремонта восстановлено 110 крыш. Мария Шулешко, Павел Баландинский. Смотри Хабаровск. Экономить время врачей-рентгенологов, акцентировать их внимание на патологии и тем самым способствовать скорой постановке диагноза помогает искусственный интеллект. Краевой больнице имени профессора Владимирцева программу искусственного интеллекта предоставил Сбер. Она дополняет новое оборудование, приобретенное в рамках нацпроекта здравоохранения. Моя коллега Наталья Чернышова выясняла, заменит ли Skynet живых врачей. Я почувствовала резкую боль. Стала метаться, пыталась себе помочь, позвонила мужу, просила о помощи. Но он скорее приехал, вызвал скорую помощь, меня увезли сюда. В июле жизнь Ксении Андреяновой и ее семьи разделилась на до и после. У нее случился геморрагический инсульт. Молодая мама троих детей, младшему еще нет и года, впала в предкоматозное состояние. Ее дважды оперировали в краевой больнице имени Владимирцева. Вы знаете, меня очень быстро поставили на ноги. Это бесспорно заслуга специалистов грамотных.
просто сработали идеально. Я говорю, я вспомнила письмо Татьяны к Онегину полностью. Врачи подчеркивают, быстро восстановиться после инсульта пациентам помогает общее состояние организма, а также программа искусственного интеллекта и модернизация оборудования. В рамках нацпроекта здравоохранения за несколько лет здесь, например, установили новый магнитно-резонансный томограф. Используем искусственный интеллект, который оценивает очаги ишемические. Мы получили ангиографическую установку, на которой, собственно, и оперируются пациенты с ишемическим инсультом. Летальность от хирургической патологии сосудистой после старта нацпроекта упала в два раза. Программу искусственного интеллекта больницы имени Владимирцева предоставил несколько лет назад Сбербанк. Она не заменяет врача-рентгенолога, но позволяет ему быстрее увидеть область поражения мозга и принять решение о лечении пациента. Мы видим, что он нам оконтуривает подозрительные, по его мнению, области. И, собственно говоря, наше внимание все будет сконцентрировано в первую очередь на вот эту зону. Здесь уже имеются признаки инсульта ишемического, как прямые, так и косвенные. Например, один из косвенных признаков – это уплотнение средней мозговой артерии. Видите, она такая в виде яркой белой точки. Сэкономленные 10-15 секунд на каждом снимке складываются в минуты, затем в часы. В итоге компьютерные технологии помогают врачам помочь большему количеству пациентов и уменьшить инвалидность среди тех жителей Хабаровского края, кто перенес инсульт. Наталья Чернышова, Ольга Власова. Смотри Хабаровск. Участников городского конкурса «Премия здоровья» наградили сегодня в ГДК. 39 организаций весь год боролись за эту награду. Они проводили локальные конкурсы для сотрудников и масштабные праздники здоровья для всех хабаровчан. В этом году победителей конкурса определяли в трех направлениях – семья и традиционные ценности, здоровый образ жизни, а также добровольное донорство. Последняя категория впервые представлена на премии. Больше всего доноров крови и ее компонентов оказалось в Дальневосточном филиале РЖД. На территории Хабаровска работает свыше 1000 железнодорожников, которые хотя бы раз в жизни сдавали биоматериал для переливания. Из них 27 человек имеют звание почетного донора России и 32 входят в Федеральный регистр доноров костного мозга. Наша задача – создать условия для того, чтобы у каждого была возможность реализовать себя. Кто-то это делает для того, чтобы помочь своим близким, да, потому что понимаем, что кровь нужна в какие-то очень тяжелые жизненные ситуации. Кто-то это делает для здоровья, кто-то это делает за компанию, да, потому что сейчас модно поддерживать здоровый образ жизни. Жители города Хабаровска сдали крови 80% от того объема, от всего объема, который сдали в крае. В цифру, давайте вдумаемся, 12 тонн, 12 тысяч литров. Это вот огромная благодарность нашим жителям за такое активное участие, содействие. Это дорого стоит. Лауреаты конкурса «Премия здоровья» получили дипломы и сертификаты на покупку спортивного оборудования для своих предприятий. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами на телеканале «Хабаровск». Это проект «Смотри, Хабаровск». В студии по-прежнему Олеся Куприна. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы продолжаем. Легендарная «Балтика-тройка» возвращается на российский рынок, в том числе и на хабаровский. Производство забытой марки восстанавливается после ухода датского «Карлсберга». Европейский концерн 15 лет контролировал российские заводы «Балтика». За это время почти в два раза сократил местные сорта пива, заместив своими брендами. О возвращении золотого стандарта Мариана Гейт с самого завода. Контролируя российские заводы «Балтика» около 15 лет, европейский «Карлсберг» почти в два раза сократил местные сорта пива, заместив их своими брендами. За это датская компания ежегодно вознаграждалась роялти – процентом от выпуска своей марки на территории России. Плюс дивиденды. За все время из России в Европу ушло около 6 миллиардов евро. Летом президент Владимир Путин подписал указ о смене руководства предприятия. Так, доля датской компании «Карлсберг» перешла во временное управление Росимущества. Практически сразу был назначен президент Таймураз Балоев, который уже руководил «Балтикой» и стоял у ее истоков. Тогда, в 92-м году, именно с тройки началась история бренда «Балтика». Мы, дегустационная комиссия нашего филиала, все профессиональные дегустаторы только, собрались сегодня утром, продегустировали, да, на начало, так сказать, да, налива. А вы вообще помните этот вкус? Да, я работаю.
работаю в компании «Балтика» больше 20 лет, соответственно, вкус мне этот знаком. Это такое визави для меня, понимаете, да. Золотой стандарт. Так сотрудники предприятия называют троечку. Сейчас происходит осветление и перекачка в сусловарочный котел, где будет происходить кипячение и добавление хмеля, который мы используем. Какой объем получается с одного варочного котла? С одного варочного котла максимальный объем до 55 тысяч литров. И за смену? Ну, за смену мы можем сварить от 8 до 12 таких варок. Много пива. Это много пива. Общий годовой объем хабаровского завода – около 11 миллионов ящиков пива. Откуда берете солод и хмель? Солод – это наш агропроект. У нас есть две солодовни в компании. Одна находится в Ярославле, другая в Туле. Соответственно, по агропроекту мы специальный ячмень выращиваем. И этот ячмень потом транспортируется на наши солодовни. И там выращивается из ячменя солод. Этот солод приезжает к нам в Хабаровск, из него мы готовим пиво. Продукция пивоваренного предприятия пользуется спросом за рубежом. Например, эта партия готовится в Китай. Всего заводов «Балтика» в России 8. На хабаровском предприятии трудится около 270 сотрудников. Больше половины налогов от нашего направления, это сельское хозяйство и пищевая промышленность, формируется за счет платежей одного этого предприятия. Компания входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Хабаровского края. Марьяна Гейт, Павел Баландинский. Смотри Хабаровск. Определена тема конкурса ледовых скульптур «Амурский хрусталь-2023» в Хабаровске. В этом году ею стала «Ледовая симфония». Такой выбор оргкомитета связан с тем, что 2023 год указом президента России объявлен годом Сергея Рахманинова. Напомним, в этом году музыкальный мир отметил 150 лет со дня рождения великого русского композитора. «Амурский хрусталь» пройдет в 21 раз. Соревнования скульпторов и художников стартуют в декабре. Прием заявок на участие пройдет с 1 по 8 декабря. Обновленное почтовое отделение открылось в селе Восточное Хабаровского района. Помещение отремонтировано благодаря поручению президента России о модернизации сельских отделений Почты России. Теперь в Восточном можно не только отправить письмо или посылку, но и можно воспользоваться бесплатными онлайн-услугами. На открытии отделения почты побывала съемочная группа телеканала «Хабаровск». Почта на сегодняшний день становится таким центром притяжения. Есть села, куда не зайдет ни Wildberries, ни Озон, ни Яндекс, точно, есть. Да. И там только будет здание почты таким столпом стоять, то мы на вас очень надеемся. Давайте вместе развивать нашу территорию отдаленную. Как говорится, забота о гражданах – это самое важное, что у нас есть. Модернизации почтового отделения в селе Восточное местные жители ждали несколько десятилетий. Пункт обслуживает более 3000 человек из сел Восточное, Чистополье и 14 километр. Но основные посетители отделения, около 300 человек, это пенсионеры, которые минимум раз в месяц приходят на почту. Работе со старшим поколением здесь уделяют большое внимание. Это отделение, во-первых, соответствующая высоким стандартам технологическим. Мы меняем целиком мебель, мы меняем средства информационно-компьютерно-технологические, мы меняем каналы связи, ускоряем работу, мы делаем свою работу быстрее. Почтовое отделение отремонтировали по поручению президента о модернизации сельских отделений Почты России. Помещение изменилось до неузнаваемости. Раньше здесь были проблемы с отоплением, из потолка сыпалась штукатурка. Теперь пункт стал просторным, светлым и комфортным для посетителей и работников. Татьяна Ливанова работает здесь почтальоном больше 14 лет. И модернизации отделения она ждала сильнее всех. Мебель очень старая была. Вообще ужасное состояние была почта. Особенно стены. Это вот так вот завитушками все. Краска висела. И все это вот. Особенно вот где входная дверь. Посетитель входит и на голову все сыпалось. Кроме получения и отправки посылок, в обновленном почтовом отделении можно воспользоваться и онлайн-услугами. Специалист поможет зарегистрироваться на госуслугах, оформить пушкинскую карту и даже отправить документы для поступления в ВУЗ. Развернуты телекоммуникационные сети, цифровые сервисы, которые позволяют получить огромный комплекс услуг, не выходя с этого почтового отделения. То есть это достаточно такой комплексный проект, это не только там покраска стен, замена входной группы дверей там, или замена окон, это действительно полнейшая модернизация и вообще, скажем так, формат перезагрузки почтовых отделений.
Кроме того, в почтовом отделении теперь появилось медицинское оборудование. Посетители смогут бесплатно измерить давление, уровень кислорода в крови и температуру тела. Новым вызовом восприняли реализуемые на отделениях общества программу по оснащению отделений после ремонта, в том числе вот этим медицинским оборудованием. Это касается пульсоксиметров, приборов для измерения здоровья. Ведутся пилотные программы по опросу, которые позволяют на ранней стадии диагностировать некоторые состояния людей. Все это здесь тоже у нас есть. В этом году в Хабаровском крае после модернизации откроются еще 5 почтовых отделений. Кроме пункта в Восточном, обновленные помещения будут принимать жители сел Бичевая, Красная и Лесопильная. А также 2 отделения после ремонта заработают в селе Лермонтовка. Игорь Сукачев, Данила Кулешов. Смотри Хабаровск. Перегон Бама-Селихин-Эльдиган расширен специалистами БАМ-строй-механизация, которая входит в группу компаний 1520. Таким образом, завершено строительство 7 километров вторых путей на перегоне Селихин-Эльдиган линии Комсомольск-на-Амуре – Советская гавань. Накануне на перегоне открылось двухпутное движение поездов. Для расширения груза напряженного участка механизаторы переработали больше 200 тысяч кубометров грунта. На перегоне удлинили действующие водопропускные трубы под первым путем, а часть из них заменили на новые. Линия БАМа Комсомольск-на-Амуре – Советская гавань построена около 80 лет назад. Многие искусственные сооружения здесь не отвечают современным требованиям. Поэтому для пропуска тяжеловесных поездов вместе со строительством вторых путей БАМ-строй-механизация реконструируют мосты и трубы. Всего на линии Комсомольск-на-Амуре-Советская гавань компания построит более 360 километров вторых путей на 32 объектах. В итоге пропускная способность линии вырастет почти в 2 раза, до 58 пар поездов в сутки. Чемпионат России по самбо среди слепых и слабовидящих впервые принял Хабаровск. В краевую столицу съехали спортсмены из Ульяновской и Липецкой областей, Санкт-Петербурга, Пермского, Красноярского, Хабаровского краев и Дагестана. Среди них чемпионы страны и мира. Схватки участников прошли в краевом центре единоборств. О том, почему чемпионат страны мог не состояться и как Хабаровск спас положение, расскажет Анастасия Незнанова. Виктор Руденко оправдывает свое имя, побеждая и в первой схватке, и в самом чемпионате. Хабаровчанин давно прославился многочисленными успехами на самых престижных соревнованиях России и мира. В 2021 году на Паралимпиаде в Японии стал 7-м, полгода назад на чемпионате Азии и Океании взял золото. А недавно вернулся из Саудовской Аравии, где занял 3-е место на Всемирных играх боевых искусств. При этом Виктор практически не видит. Я выступаю дома впервые, стены помогают, пришли родственники, родители, дедушка, мама, друзья, соперники все достойные, но им чуть-чуть тяжелее, чем мне, потому что регион разный, смена часовых поясов, ну теперь они в моей шкуре. Его никто не заставлял, он сам пошел. Я была категорически против. Боялась за него, боялась, что поломают, боялась, вообще боялась травм, что его травмируют там. Но он молодец, он всего добился сам. Ильяс Мамедов тоже стал чемпионом страны в своей весовой категории. Спортсмен приехал в Хабаровск из Махачкалы. Боевые искусства начал осваивать 13 лет назад и последние пару лет часто забирает с турниров золотые медали. Проблемы со зрением возникли после травмы головы в детстве. Сейчас я в данный момент, если вашего голоса не слышу, я бы не смог бы отличить, передо мной мужской пол стоит или женский пол. Я бы не смог. Я вижу, вот передо мной стоит, а так не смог бы бояться. Это дома сидеть, без дела сидеть. Дома детей воспитываю, у меня 6 дочерей, вот, семьянин. Вот, занимаемся с детьми, школу провожаю, встречаю. Чемпионат России по самбо среди слепых и слабовидящих проводится в 5-й раз. Организовать его в этом году планировалось на западе страны, однако спортивная арена в последний момент оказалась занята. Хабаровский край за считанные недели организовал площадку и все необходимое для спортсменов. В самый последний момент хотели отменить чемпионат страны. И Хабаровск вызвался провести. И на каком уровне проводят, то есть для меня очень было приятным удивлением. Для многих людей это образ жизни. Человека формирует
социум, то окружение, которое вокруг него. И эти ребята, многие из них, объехали полмира. Поэтому они обретают друзей, они обретают навыки, знания, культуру, проникаются другими культурами. Люди действительно учатся в течение всей жизни. Борьбу за медали вели спортсмены из Ульяновской и Липецкой областей, Санкт-Петербурга, Пермского, Красноярского, Хабаровского краев и Дагестана. Многие участники после чемпионата отправятся на предновогодние спортивные сборы страны. Анастасия Незнанова, Степан Крокус. Смотри Хабаровск. Пусконаладочные работы стартовали на канатной дороге горнолыжного комплекса «Хехцир». Кресла подъемника должны двигаться плавно. Для этого требуется отладка всего механизма. Кресла прокатывают вдоль всего пути на сопку и обратно. Работы ведутся на верхней станции, а на нижней уже завершены. Напомним, открытие нового хабаровского курорта «Хехцир» планируется в этом зимнем сезоне. На территории завершены все основные работы, отлажены системы искусственного снижения. Также уже завозится инвентарь для проката. Для этого построено специальное помещение. А сразу после перерыва мы обсудим развитие культуры России на своей собственной базе и на такой основе вплетаться уже в мировую культуру. Такой вектор предложил президент страны Владимир Путин на пленарном заседании Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге. Воплощение идеи мы обсудим на телеканале «Хабаровск» с директором и художественным руководителем Хабаровского краевого театра драмы, заслуженным работником культуры России Николаем Евсеенко. Все подробности через несколько мгновений на телеканале «Хабаровск». Оставайтесь с нами, здесь всегда красиво и интересно.